решила встретиться со своими любимыми учениками, с теми, кто меня не знает, и рассказать о удивительных энергиях, которыми я занимаюсь более 20 лет, и которые мне помогают быть здоровой, молодой и успешной. И, конечно же, первый вопрос – как меня слышно? Надо ли увеличить звук? Надо ли уменьшить его? Есть ли какие-то шумы и все прочее? Если что-то нужно, поставьте, пожалуйста. Если плохая, то от 1 до 5. Если плохая слышимость. Хорошо. Звук хороший. Отлично. Я благодарю вас. Я так полагаю, что мы сегодня будем говорить о здоровье, о молодости, о красоте. И будем просто... Вы сегодня получите очень интересный сеанс омоложения в самом конце. Я не буду утомлять ваше внимание, потому что рассказывать я буду достаточно интересные вещи, но не люблю говорить долго. Ну что, хорошо. Тогда вперед, поехали, полетели. Ну, меня очень хорошо представила Ольга. Я благодарю Ольгу за приглашение и за представление. Поэтому я не буду останавливаться на этом очень долго. Просто мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Мне очень нравится заниматься именно обучением и исцелением именно при помощи энергии. Мне это очень нравится. Это просто восхитительные энергии, которые помогают там, где помочь практически, не может помочь медицина. Такое тоже есть. Здоровье. Здоровье – это самое главное, что есть у человека. Дороже здоровья – только лечение. Мы знаем, сколько стоит сегодня лечение. Буквально 2 или 3 дня назад я заходила в нашу поликлинику и обратила внимание, просто мне нужно было витаминки купить, и я просто зашла в окошко аптечному, и женщина покупала, она покупала лекарства. И смотрит на меня, она говорит, такая сумма. Она заплатила 4600 за 2 маленькие упаковочки. Я говорю, так надо как-то лечиться по-другому. Она говорит, вот все деньги уходят на лекарства. Поэтому действительно, дороже здоровья сегодня только лечение. Что еще могу сказать? Вообще, вот две очень мощные энергии, энергия денег и здоровья. То есть деньги и здоровье, они идут рядом. Потому что сегодня за хорошие деньги можно восстановить здоровье и постоянно его поддерживать. А вот и будучи здоровым, человек может также получать хорошие дивиденды, хорошую заработную плату. Если он здоров, энергичен, он становится просто успешным. Поэтому все всегда мы действительно соотносим с нашим здоровьем. Ну и, конечно, вот маленькая такая, мне очень понравилась эта картинка. Мудрый доктор сказал, что лучшее лекарство для людей – это забота и любовь. И кто-то спросил, а если не работает? Он просто улыбнулся и ответил, увеличьте дозу. Действительно, забота, любовь, понимание делают то, что не могут делать порой самые дорогие лекарства. Человек вдруг понимает, что его любят, что хотят, чтобы он был здоров, и он просто что-то происходит у него, он начинает понимать, что его уход или его такое состояние, оно забирает силы у близких ему людей. И конечно, очень жаль, очень тяжело терять близких людей, расставаясь с ними навсегда, когда они уходят относительно безвременно в мир иной. Сегодня мы живем в 3-м тысячелетии, когда очень много приходит в наш мир и
энергии и разных разработок. Поэтому вот все в совершенстве замечательно работает. Потому что можно говорить, можно кто-то постоянно ругает врачей. А сколько они делают? И вы знаете, я где-то прочитала тоже буквально на днях. Чтобы ценить работу врачей, нужно просто подежурить сутки в какой-то больнице. Просто подежурить. И тогда человек поймет, насколько это сегодня большой труд. И, конечно, вот то, о чем я сегодня буду говорить, и вы это услышите, почувствуете, прочувствуете воздействие энергии на себя, возможно, это поможет вам повернуть вашу жизнь в лучшую сторону, если у кого-то есть желание это сделать. Если кто-то не совсем доволен тем, что он успешен, что у него мало денег, и просто вообще повернуть жизнь в лучшую сторону во всех ее сферах, будь то здоровье, деньги, отношения, карьера, бизнес. Возможно, здесь абсолютно все. И я так полагаю, что вы со мной согласны. Или нет? Как-то проявитесь. Может быть, вы готовы поговорить, что для вас здоровье, что для вас вообще. А почему он исчезает? Я очень близко к... Ага, думаем, что да. Потому что здоровье – это очень много, это практически все, так же, как и деньги. И поэтому, конечно же, мы очень хотим, и я просто вот недавно приехала опять с обучения, и я понимаю, что можно говорить, что у нас все есть, нам все достаточно, но, в общем-то, сегодня такое время, когда деньги это наши возможности, это наше здоровье и все прочее. Поэтому энергия, о которых я буду говорить, они дают абсолютно все. Потому что действительно, как быстро, многопланово решить вообще любые проблемы. Вообще просто пробудить в себе скрытые таланты, сверхспособности, интуицию, как принимать помощь и поддержку высших сил. Об этом мы сегодня будем говорить. Потому что я так полагаю, что для каждого и для меня тоже тема здоровья, она самая важная. И медицина будущего, об этом говорят и говорили и Альберт Эйнштейн еще в 1905 году, и очень многие, вот профессор Уильям Киллер, что медицина будущего, она будет основываться на контроле энергии человеческого тела. И что без учета энергии нельзя поставить ни диагноз, ни просто человеку помочь окончательно. Потому что об этом можно говорить очень много, потому что клеточная память, она очень имеет и генетическую память, и она просто имеет деструктивную память. И чтобы вылечить человека, нужно в первую очередь убрать эту самую деструктивную память. А ее очень сложно убрать при помощи лекарства. А вот энергия, которая именно энергия, такие мощные, как энергия Творца, энергия синергоэтики, они энергия третьего тысячелетия. Потому что мы живем в третьем тысячелетии. И это здорово. И сегодня вы посмотрите, какие дети удивительные рождаются. Я не смотрю телевизор, но у меня иногда муж включает, когда Галкин с детками показывает, что я лучше всех. Ну, это просто фантастика. Это просто чудо, конечно, и восторг, какие дети рождаются. И они тоже используют также очень энергетически наполненные. Поэтому, и, конечно, это работа с энергиями. Я работаю с энергиями. И энергия, конечно же, это ее не пощупаешь руками, ее не пахнет, не издает звуков. Она просто вокруг нас. Она существует. Наша энергия – это сила, которая творит жизнь. Это просто жизненная сила, это и есть энергия высочайшей вообще частоты. Самое интересное, что вот основные траты энергии на уровне физического тела – это вообще даже такие вот позы, как сутулость, просто сгорбленность, это болезни, особенно хронические, это какие-то мышечные зажимы, которые мы не осознаем, но они присутствуют.
резкие хаотические движения, дискотечные танцы, просто неосознанное подражание походке какого-то другого человека. А основные причины траты энергии на уровне эфирного тела – это опять-таки дыхание, неправильное дыхание и отсутствие контакта с природой, свежим воздухом. А вот основные причины на уровне астрального тела траты энергии – это вообще негативные эмоции. Это агрессия, это гнев, зависть, депрессия, пессимизм, вожделение, уныние. Это те самые противоречивые желания, которые вообще разрывают человека просто на части. Внутренние конфликты, нерешение проблем и в прошлом, и в будущем, негативные эмоции, плохой сон. И основные причины траты энергии вот на уровне ментального тела – это беспокойный ум, огромное количество мыслей, негативные мысли, погружение вообще такое чрезмерное именно в собственные мечты, грезы, в иллюзии. И просто какое-то такое ненормальное отношение, вообще как бы решение проблем будущего. Или просто мысли пустые вообще о прошлом. Вообще прошлое лучше не оглядываться. То есть прошлое – это прошлое, оно прошло. И черпать оттуда нам что-то не нужно, потому что любое будущее, оно, особенно прошлая жизнь, оно не дает то, о чем очень часто говорят. Потому что это все-таки прошлая жизнь. И жизни там были сплошные болезни, короткий век, войны. И брать оттуда какой-то опыт, просто, скорее всего, это просто бессмысленно. Поэтому вот я что хочу сказать, просто прочитать хочу один отзыв, который написала мне женщина еще, я только-только начала как бы вести в этих энергиях и стала проводить сеансы исцеления именно с этими энергиями. Сеанс был очень мощным. Я ощущала, как я нахожусь в мощном столбе энергии. Я почувствовала, как мой род встал за моей спиной, на защиту мне. Это была такая мощь. Во время сеанса приходила на помощь божественная сила. Уходило все то, что мешало мне жить. Все лишнее, ненужное. Этот сеанс изменил мою жизнь. Ситуация поменялась в тот же вечер. И жизнь полностью изменилась. Никто не беспокоит, не тревожит. И вот она считала, что ситуацию нельзя изменить, и что она так быстро не закончится. И вот энергии, они просто действительно уникальная энергия, энергии Творца, они просто уникальны. Я только проводник. Я не... Да, у меня, я постоянно обучаюсь, у меня как бы высокие такие регалии мастера, гранд-мастера, магистра, но это только название. Я проводник. Я ни в коем мере не могу присваивать себе то, что это делаю я. Я только проводник, я только прошу, обращаюсь туда, куда нужно, и направляю энергии, которые идут от Творца, от Источника. Вот еще, пожалуйста, у меня с утра сильно болела пятка левой ноги. Я ее ломал. Энергия блока Творца, все прошло и больше не беспокоило. Целый день работал на улице и на лесах. Нога и все тело не беспокоило. Ощущение, как в коконе, очень интересное. И самое главное состояние. Как позарядился целый день, энергичное настроение приподнятое. А у меня сегодня очень активный сеанс. Такой массаж чудо. Очень интенсивно работала, работа шла в швейном отделе. Кстати, он у меня стал более подвижным. Очень интересно работали энергии на лице. Проработали все мышцы, зубы. Лучше бы не трогали. Прошлись по всем нервам и не первый раз. Прекрасно со мной соединился сотный мной образ 22-летней девушки. Стала очень бодрой. Благодарю. И это очень здорово, потому что вот эти энергии, я почему решила его как бы напомнить о нем, потому что это буквально я только-только начала практиковать синергетику, потому что я обучалась ей полгода, и достаточно долго, чтобы получить просто мастера-учителя. И когда я стала практиковать, я сама не ожидала, что пойдут такие очень мощные такие изменения,
Причем это не один и не два, это очень много. И очень много вообще изменений у людей в самых разных областях. И вообще, вот что можно сказать о синергетике? Конечно, это действительно очень мощный метод работы в энергиях. Он многоплановый, он просто способный полностью менять вообще полностью жизнь. И от этого просто, ну, просто приходишь в восторг, что такое вообще может происходить. Потому что эти энергии созидают, сотворяют, исцеляют, восстанавливают, воссоздают, работают вообще на физическом уровне, на уровне ДНК. А есть энергии, которые изменяют, если это требуется, саму ДНК. И энергии очень мощного ударного действия. Поэтому просто энергии пробуждают желание жить и раскрывают сверхспособности. Во время практик вот с этими энергиями очень мощно прорабатываются кармические все отягощения. Очень серьезно работает энергия с разными сущностями, потому что вот очень много говорится о сущностях. А вы понимаете, что сущности – это вирус. Я когда изучала именно синергетику, со мной там просто был шок. Я, честно говоря, даже не ожидала, что это очень мощный вирус, и сущности размножаются практически мгновенно. От них очиститься можно только очень мощными энергиями, очень мощными, или просто не допускать мысли о том, что это с вами может быть. Вот вспомните коммунисты, которые были, вот когда произошла революция в 1917 году, и первые коммунисты, они вообще не верили ни в Бога, простите, ни в черта. И они не допускали мысли, что там с ними что-то может случиться. Самые черные колдуны ничего не могли сделать с такими людьми, потому что они ничего не боялись, и они считали, что у них вот все так, как они хотят, у них все получалось. И они ничего не боялись, и невозможно было с ними что-то сделать и подействовать на них. Поэтому нам тоже нужно, почему, вот опять-таки, я начала с этого, что пробиваются наши тела, от физического до все наши энергетические тела, нашими негативными мыслями, потому что нам нужно больше радоваться и внутри себя растить добро. Потому что если мы радуемся, радуемся солнцу, радуемся дождичку, радуемся снегу, радуемся улыбке ребенка и вообще радуемся тому, что мы проснулись, что рядом с вами родной человек, что просто-напросто он тебе приготовил чашечку кофе, он просто посидел с тобой, он просто поговорил с тобой. Увидела соседку, это тоже радость. Поэтому радуйтесь, ребята, потому что радость, она приносит очень много плюсов, потому что именно в синергетике то же самое, есть такой момент. Хочешь изменить мир, начни с себя, потому что меняя себя, мы меняем окружающее пространство. И когда мы просто-напросто в окружающее пространство даем радость, счастье, доброту, любовь, мы то же самое получаем обратно. А любовь – это деньги. Ненависть – это тоже деньги. Но чем больше вы кого-то ненавидите, тем больше у того человека будет денег. Поэтому подумайте об этом. Надо ли свою энергию отдавать кому-то? Вообще энергия синергетики – это энергия более высокой частоты и мощности. Они просто необыкновенно мощные, очень быстро работают. И главное их отличие от нашей, вот именно в нашей, о чем я хотела говорить, что это то, что эти энергии не нужно нарабатывать, потому что они, открыть их можно открыть всегда и везде. Они просто-напросто, будь то ночь, будь то день, неважно, где вы находитесь, в лесу, в море или что-то, если вам нужна помощь, вы их просто открываете. И эти энергии работают на уровне души, на уровне духа и на уровне физического тела. И это
Учение не принадлежит никаким верованиям и учениям и находится вне эгрегоров. И даже вытаскивает именно от эгрегора. Потому что, и, конечно, вот тот самый метод, о котором я сегодня рассказываю вам, если вы его освоите, то, в принципе, человек научится самоисцелению. Он не будет прежним. И он сможет лечить себя, других, прорабатывать свои кармические отягощения. И научится просто получать информацию с тонких планов нашей души. Уходят страхи, улучшается финансовое положение. И просто обиды, претензии, непонимание, оно как-то все равно сглаживается. Но опять-таки в основе всего есть работа. Если вы просто их получили или получите, не просто ляжете на диван и скажете, что да, вот ко мне все это сейчас свалится. Нет, в основе всего и всегда лежит труд. Мы годами копим наши болячки, копим какие-то наши негативные эмоции, и мы хотим за одно мгновение, у меня была такая ученица, она просто клиентка, я не скажу, это не ученица, потому что я от нее просто отказалась, когда она на второй день просто заявила и сказала, так, а почему у меня это не произошло? Я вот считаю, что вот если я ее это получила, простите, это гордыня, это претензия к Богу, претензия к нашему Отцу-Творцу. Не ко мне, потому что человек просто не понимает, что, ну, просто такое бывает. Это как чудотворные иконы. Люди приходят, и кто-то, и проходит миллион, а исцеляется единица. Вот подумайте над этим, почему так происходит. Поэтому вот эти энергии, они, конечно, сами по себе просто восхитительные, уникальные и ну, я не знаю, чем их просто заменить. Конечно, мы каждый хотим быть здоровым, любимым, счастливым, чтобы у нас все было хорошо, чтобы душенька наша была довольна. А вот как наладить отношения с любимыми людьми? Просто помочь близкому. И сэкономить просто наше время. А вот опять-таки, пройдя обучение вот в этот метод использования энергетических потоков, опять-таки, это все вы сами себе можете замечательно помочь. Потому что, действительно, когда вот в наше непростое время нам приходится ведь решать очень много проблем. Потому что у кого-то не хватает денег на еду. Работа хорошая. Я с этого начинала, что сегодня на работу берут здоровых, молодых, энергичных, красивых. И сегодня об этом очень много говорится по телевидению, что как сделать так, чтобы брали людей, которым уже вот за 35, за 40, потому что это проблема, это очень сложно устроиться на работу в этом возрасте. А когда человек просто выглядит очень молодым, у него глаза блестят, когда он наполнен энергией, а я вот сегодня мы делаем только одну практику, а так мы на наших на учебе и просто я буду проводить для своих учеников, начинаю проводить просто вебинары, на которых мы просто будем что-то отрабатывать, отвечать вопросы на какие-то вопросы и просто будем делать и дыхательные практики, потому что дыхание – это все. И я буду делиться многими своими наработками, чтобы ученики, они мастера. Они уже вот вчерашний ученик, он уже сегодня мастер. Поэтому просто это очень важно. И это, конечно же, очень нужно. Поэтому кто-то не может найти любимого человека, построить отношения хорошие. Кто-то думает о том, как вот устроить ребенка в институт. Сегодня очень дорого. Как купить квартиру. И все вот эти вот проблемы, они все вызывают проблемы со здоровьем. Не проблемы, а нерешенные вопросы. И человек начинает или депрессия, или это стрессы. А стрессы – это наши болезни. И, естественно, падает уверенность, самооценка падает. Крутишься, как белка в колесе, а ничего не меняется. Поэтому
Просто вот когда на душе кошки скребут, когда не хочется идти на работу, потому что там платят копейки, а то еще и задерживают. И кто-то приходит в пустой дом, где никого не ждет. Болит голова, зашкаливает давление. Просто хочется выть от обиды, досады, боли. Поэтому вот это все, конечно же, дает нам возможность задуматься о том, а как самому себе помочь? Как? Кто? Кто может помочь? И вот, конечно же, когда нам больно, ведь боль дается человеку для чего? Болит орган, он как бы остановить, обратить внимание на тот орган, который слабый. Ведь у нас как бывает, что любая болезнь, это, в общем-то, проявление, опять-таки, энергии. Болезнь возникает как избыток в каком-то в одном месте, избыток энергии, и как недостаток в другом месте, причем это все одновременно. И в результате наш организм начинает сбоить. Поэтому и вот результат лечения, естественно, сводится к тому, чтобы откорректировать распределение энергии. Таблетками вы это не сделаете. Ну никак не сделаете. Поэтому нужно постоянно заботиться о правильном распределении энергии в организме, потому что это очень важно. И, конечно же, любая усталость, она также обусловлена истощением, кстати, почечной энергии. И да, мы можем растереть там область почек, и приток энергии к ним пойдет. Но, в общем-то, нужно постоянно обеспечивать именно подпитку почек энергии. Именно очень хорошо это делать энергетическими практиками. И очень хорошо, кстати, подключаться к энергии планет, к энергии именно голубой и синей планеты. И, конечно же, рекомендуется всегда хорошо пить воду. Но опять-таки, вот именно при болезнях почек, вот все говорят, ой, надо пить воду, пить надо ее очень много. Пить нужно воды достаточно, столько, сколько пьется. Потому что когда больные почки, то человек начинает отекать не потому, что ему не хватает воды, а потому что почки не справляются с выведением этой воды. И с водой вообще нужно быть все-таки аккуратнее, потому что это опять-таки бизнес. Потому что сегодня воду продают, пейте больше воды. И я это тоже на себе прошла, поэтому все, чем я делюсь, я практически все прошла на себе, потому что я справилась с диабетом, у меня его просто сегодня нет. Мой сахар сегодня 5, 5,2, 5,6, 4,9, а был 11, потом 8. Поэтому я просто понимаю эти вещи. И, то есть я говорю, исходя из того, что чем пользуется моя семья. Поэтому точно так же энергия, когда человек не может заснуть. То же самое, нужно научиться просто, как убирать эту энергию, потому что нам порой не мешает опять-таки наши мысли, какие-то предчувствия, какие-то тревоги. И опять-таки здесь можно научиться именно с помощью энергии убирать энергию и отводить ее в ноги, потому что обычное даже простое растирание стоп, особенно под пальчиками точек, помогает вам просто-напросто уснуть и дает возможность перераспределить энергию с головы именно вниз. Поэтому, конечно, правильная работа с энергией, умение правильно распределять ее, и это залог избавления вообще от болезней, это залог долголетия, долгой молодости. И, конечно, очень важно заниматься не только лечением, но и профилактикой этой болезни. Заботы именно о сохранении здоровья, а не просто ждать, когда у нас совершенно все порушилось. То есть это все очень серьезно и немаловажно. И, конечно, вот хорошая новость, о которой я как раз все время говорю, это то, что у нас у каждого есть возможность получить помощь и поддержку именно высших сил и энергии третьего тысячелетия, потому что они очень мощные, их очень много, великое множество. На любой вкус и, как говорят очень часто, просто на любой кошелек. Поэтому, конечно же, очень хорошо, когда
когда у человека вот именно третьего тысячелетия у нас же шишковидная железа еще более активизирована, которая дает нам вот именно способности к многомерному восприятию вообще мира, свободно контактировать с тонким миром. Особенно сегодня это дети очень хорошо делают, те, кто родился после 80-х годов. И, конечно же, эти способности дают нам также и возможности. Поэтому пришло время просто принимать помощь свыше. Не надо этому удивляться, не надо этого бояться и осуждать, потому что это улучшает наше качество на всех областях, во всех областях. И поймете, как легко привлекать вообще в свою жизнь и удачу, и благополучие, как убирать негатив. И просто, конечно, самое лучшее, наверное, можно говорить бесконечно об этом, но самое лучшее, когда об этом говорят сами ученики. Поэтому о том, что я говорю об этом, что метод синергетики очень прост и доступен каждому, очень работает быстро, комплексно и многопланово. И здесь не обязательно иметь какие-то регалии, то есть любой, который даже никогда не занимался с энергиями, он приходит сюда и просто начинает получать эти энергии, и это для него просто, ну, как второе дыхание. И смысл, просто смысл во всем, потому что это дает абсолютно другие возможности. Поэтому я просто действительно очень сама люблю эти энергии и с удовольствием передаю их, даю очень много подарков, потому что мне нравится, во-первых, дарить подарки, во-вторых, я вообще люблю дарить подарки. И я считаю, что каждый человек, и сегодня вы увидите, что цены просто более чем демократичны. Я снизила даже цены от того, что было летом, потому что я считаю, что каждый человек имеет право доступа к этим энергиям, он имеет право пользоваться этими энергиями и не тратить на них, простите, состояние. Потому что вот невероятное быстродействие этих энергий, мгновенное получение доступа через портал к этим энергиям, они просто-напросто решают очень многие задачи. И вот просто здесь я, может быть, кто-то уже прочитал, Светлана пишет, что долгое время я относилась к биоэнергетике очень холодно. Считала это выдумкой или даже мошенничеством. Ведь проверить результативность очень трудно. Это все лишь индивидуальные и субъективные ощущения. Сама время от времени попадала на подобный вебинар, ничего не чувствовала и только хихикала. Свои скайп-консультации по семейным отношениям я проводила четко и логично, опираясь на разум и сознание, а не на бессознательное восприятие и веру в помощь небес. То есть чисто психология. И вот эти самые небеса и прислали мне в поддержку сначала Академии Целителей с ее бесподобными техниками. Я, кстати, Академию Целителей Плечева тоже закончила. А потом Галина Сея, мастера своего дела, который никого не уговаривает. Слепо во что-то верить, пока сам не проверишь. Одно это меня покорило мгновенно. На все, что дается прочитать, осмыслить, много времени и сил не надо. Много сама разработала, все сопроводила дополнительным материалом. Вот она пишет, обо мне просто огромная работа и с душой сделанная. И очень полезные вебинары. Вот. И что она сделала? Вот результат, когда она приняла это, что со мной было такое, чего я совсем не ожидала. Приняла первый сеанс и почувствовала сразу все по-честному, в руках, в теле, в голове. Дальше, после первых двух энергий, разболелась голова, тошнила. Пронесло, очистила весь кишечник, не могу уснуть до 4 утра. Все крутило и мутило. Думала, что это целительный кризис, но это было только первая чистка. Утром встала как огурчик, светлая, добрая, энергичная. А на второй день получила еще один сеанс энергии и понеслось очищение. С утра все признаки начинающегося гриппа. Носу как будто забит кусок ваты, но никакой температуры нет. А потом ручьем потекло из носа и глушительное чихание. При этом ничего не болит.
игра такая со мной от небес, очищение называется. Кстати, я когда принимала, проходила обучение сама, очищение очень мощно шло, очень мощно. Поэтому я понимаю, что такое возможно. Поэтому что я могу сказать? Просто синергетика, она уникальна. Главное правило – не навреди. Доверие к себе, доверие к энергиям, потому что вы работаете напрямую с энергиями Творца, с хранителями этих энергий. Они очень быстро отзываются, очень быстро приходят. Причем здесь не надо никакую большую такую цепную, как бы вот обращаешься к этому, вызываете это. Здесь просто, очень часто бывает, у меня сейчас вообще просто, я подумала, и энергия уже идет. То же самое у меня, мои ученики, они то же самое, когда я провожу сеансы, они говорят, еще время не подошло, я начинаю готовиться, они уже считывают, уже энергии пошли. И это же самое получают все, кто начинает этим заниматься. Потому что это действительно, вот нельзя сказать, конечно, нельзя не сказать, кто сформировал этот метод. Это авторский метод по развитию личности, синергетика Лидии Шартон. Я с ней лично знакома, мы с ней постоянно переписываемся. И мне очень нравятся эти энергии и нравится автор этих энергий, потому что автор – человек, который получал ченнелинг. Это огромный труд, когда она получила эти энергии и описывала их. И, конечно, синергетика, она позволяет и раскрыть, и активировать в себе все ресурсы, которые мы не использовали, дает нам возможность откорректировать наш сценарий жизни и трансформировать программу выживания, самоуничтожения именно в программу нашего счастья, нашего радости, нашего процветания. И жить вообще просто в ладу с собой. И, конечно, вот все эти практики, они именно дают нам. И поэтому вот я просто, что для того, чтобы навсегда избавиться от проблем, вот для меня есть ситуации, с которыми я легко, как бы вот просто легко их решаю, то надо сделать вот три шага, всего три. А именно какие? Просто допустить существование высших сил, энергии Творца, поверить в это всей душой, что это есть. Неважно, мы видим, чувствуем, не видим, не чувствуем, но это есть. Эти энергии шагают у нас по земле. Сегодня женщины рожают 45-50 сами. Хотя вот считается, что кесарево сечение, дети рождаются более осторожными. Они не, у них как бы нет такого чувства, как экстрима. То есть они спокойно идут по жизни. Второй шаг – это познакомиться с ними на сеансах и попробовать взаимодействовать с этими энергиями. И в-третьих, принять помощь и поддержку, научиться работать с этими энергиями самостоятельно. Потому что каждый из вас наверняка знает, что вот как бы получал, читал об этом, слушал проявления ангелов-хранителей. Использовала себе энергию. И очень много, и очень часто об этом писали и раньше, и сейчас достаточно часто, и буквально где-то, наверное, недели две назад мне женщина рассказывала, как она чуть не утонула, она доплыла до буйка в море, и она говорит, уже все, поднялся ветер, волны, она говорит, я чувствую, что руки вот. Никто не видел, подружка даже не видела, что она заплыла, она просто лежала и сгорала. А она говорит, я чувствую, что у меня руки срываются, и что я вот просто начинаю тонуть. И она говорит, откуда ни возьмись, просто-напросто. Я чувствую, как будто появился мужчина, и он говорит так, отпусти буйок, и начинай плыть.
Она говорит, я боюсь. Он говорит, отпусти. Вот он ее просто подталкивал, и она плыла, она выплыла. Но самое интересное, она говорит, я когда обернулась, она говорит, никого не было. Она говорит, это было просто, просто поразительно. Она говорит, я понимаю, что это пришел какой-то святой. Кто-то ей просто пришел, высшие силы пришли и помогли. Так часто бывает, что помогает Николай Чудотворец, Пантелеймон Целитель, помогает Серафим Саровский, да, Сергий Радонежский, да и все они очень здорово помогают. Я сама то же самое на себе это испытала, когда в Турции мы ехали, уже возвращались с озера Кабан, и просто там такое было состояние, что навстречу не должны были идти никакие машины, а нам навстречу шла маленький автомобиль, и такое ощущение было, что а там обрыв, 800 метров вниз. И, вы знаете, у нас воздух звенел. Было настолько страшно, со мной была дочка, и я понимала, что я жизнь прожила, а они еще жить. Воздух звенел, вот просто была такая тишина. Но вот, знаете, вот вспомнила всех святых, и когда я увидела Дегитрию впереди, я поняла, что мы проедем. Мы проехали. Я просто, единственное, что состояние две недели у меня было состояние, это было лет, наверное, 8 назад, у меня было состояние такое, что у меня постоянно лились слезы. Я приехала, когда просто, ну, хорошо, что мы на другой день уезжали, и я проводила с собой просто одну практику, это договор со смертью. Очень интересная практика, и потом поехали в Геленджик, и просто ставила защиту. Настолько было все сложно, и настолько там чисто поехали на Дольмен, нас стали крутить по этим разным холмам. Это было что-то вообще невообразимое. Все просто страшно боялись. Но я говорю, чего вы боитесь? А я просто снимала. Спокойная была, как, я не знаю, это просто чудо какое-то. Я говорю, я поставила защиту. И самое интересное было потом. Через три этот Андрей к нам пришел в пансионат. Я говорю, а почему ты не на машине и не в горах? Он говорит, тормоза отказали. А потом помолчал и говорит, а вы знаете, вот только с вашей группой. У меня ничего такого не произошло. Все было спокойно и понятно. Говорит, все было спокойно, замечательно, ничего не произошло. Потому что ставила защиту именно из высших сил. Я думаю, что каждый из вас можете сейчас написать, потому что это действительно там все может, можете просто добавить. Если у кого есть, я буду очень рада этому. Второй шаг, это, конечно же, нужно всегда попробовать познакомиться с высшими силами и с хранителями этих энергий, энергии Творца. Потому что есть специальные практики, которые вам помогут в этом, помогут ощутить на себе эти волшебные энергии, которые и очищают, и оздоравливают, омолаживают, дают силы и желание жить, творить и любить. И это очень мощные энергии. Они значительно... Я световой косметолог и очень много обучила световой косметологии и обучаю и сейчас, до сих пор, и программу готовлю именно по тем энергиям, немножко другую, с дополнениями, с большими, но эти энергии, энергии синергетики, они наиболее мощные, наиболее, я бы сказала так, красивые, потому что на курсе мы займемся именно практиками, знакомствами с этими энергиями, и просто мы просто будем понимать, как к ним обращаться, как работать с намерением. И просто это просто и очень хорошо работает. И вот, конечно, когда вы начнете работать, вы просто спокойно будете принимать помощь, поддержку. Научитесь работать с этими энергиями Творца. И каждый человек, независимо от возраста, пола, научится взаимодействовать с этими энергиями и помогать себе, своим близким. Самое интересное, что при работе с энергиями и синергетики также происходит восстановление опорно-двигательного аппарата. Это позвоночник, сустав, кости. Это то, что сегодня практически у каждого второго
И щитовидной железы. А щитовидная железа, я изучала этот вопрос, что практически у каждого человека есть какие-то маленькие изменения. И вообще восстанавливаются все органы и системы. И вот здесь Тамара пишет. Сегодня энергия особенно тщательно лечили мою правую ногу. По частям, ступня, подъем, колено, забедренный сустав. С самого начала тяжелели и заболели обе ступни. Потом очень сильно разгорелся позвоночник. Волны энергии расходились по всему телу, вызывая радость и боль одновременно. Нестерпимо на протяжении всего сеанса болела внешняя часть голени, косточка на колене. Сейчас обе ноги горят, особенно правая. Еще лечили верхний и нижний отделы позвоночника. Я с Тамарой в этом году мы лично познакомились, мы встречались. Я с двумя своими учениками встречалась в Нижнем Новгороде. Я сама из-под Нижнего, просто ездила туда, в родительский дом. И они ко мне приезжали в гости. Мы провели 3 восхитительных дня, когда просто очень интересно было просто общаться с своими учениками, которые умнички, у которых я также учусь, и которые действительно получают вот те плюсы, о которых я говорю. И, конечно же, вот эти энергии нет необходимости, я уже говорила, нарабатывать. Единственное, строгий контроль, он просто необходим. И, конечно, мы здесь работаем через намерение. И, конечно же, многоаспектные действия энергии. Они и чистят организм, и защищают, и очищают от кармических отягощений. Они очень мощно очищают пространство. Сегодня мы это будем делать. И очень мощно очищают от сущности. Самое интересное, что вот есть энергия освобождения, которую я очень люблю, и которая тоже у меня где-то года, наверное, 3 или 4, когда я узнала, что у меня есть такая сущность, которая не поддавалась никаким лечениям, никаким энергиям вот по световой косметологии. И целительница со мной работала. Бесполезно. Она говорит, она просто растекается вот этой по коже, и ее нет, просто ее не видно. И вот когда мы стали работать уже с энергиями освобождения, одна, вторая, третья, она говорит, не уходит. Она просто как из угла выглядывает. И когда открыли энергию освобождения, одну из энергий, она говорит, сейчас она исчезнет. Ее, вы знаете, просто как ветром сдуло, она ушла в свет Творца, она просто растворилась. Уходит, самое интересное, что уходят разные моменты, потому что очень многие увлекаются водой. Сегодня время такое, что просто-напросто каждый считает, что он может себе позволить просто-напросто кому-то навредить, не понимая того, что, используя разные техники и делая плохо другим людям, да просто так порой. Вот почему-то что-то там, или вдруг где бы, чтобы он меня где-то там не обошел. В результате он не понимает, что он делает. И вот эти энергии, они убирают. И все эти последствия уводят. Поэтому это просто действительно, ну, я не знаю, это какое-то чудо. И, конечно, вот инициация в эти энергии – это самостройка человека, который принимает в определенную энергетическую частоту и повышение уровня его вибраций. Причем это самый короткий путь к изменению и повышению энергетики. И каждый человек, он имеет свое же звучание. И, конечно же, мы все очень разные. И пребывание, вот когда мы пребываем в этих чистых, высоковибрационных, исцеляющих потоках, когда мы сонастроимся с ними, оно дает нам и успокоение, и благополучие, и дает нам силу жизненную, и уверенность в себе. И, конечно, к такому же человеку самодостаточному невольно хочется прикоснуться, прижаться, погреться душой, потому что за счет этого происходит качественное изменение энергетического поля человека, который принимает эту инициацию, интеграцию. И, конечно, инициация, она позволяет человеку все эти качества очень быстро и многопланово обрести и мягко менять свою жизнь к лучшему. Поэтому, конечно, это очень приятно, это очень здорово, что такие энергии есть, и очень легкие и доступные.
И, конечно, эти энергии работают на исцеление, на отношения, на очищение и снятие магических программ. И в то же время вы сами будете знать и уметь, как менять свою жизнь, как обрести здоровье и удачу. Перед вами открываются вообще возможности совершенно другого уровня. Вы научитесь понимать и принимать. Вы развиваете свою интуицию и, главное, все сверхспособности. У меня есть 100% учеников, 80% видят, слышат, чувствуют. Многие по запаху принимают это все. Вы сможете снимать любого рода порчи, проклятия, любые магические воздействия. Вы получаете доступ к энергиям, которые также несут информацию любого рода. Вы можете передавать эти знания другим. И об этом можно говорить бесконечно, потому что эти энергии, они просто уникальны сами по себе. Очень хороши, действительно открываются все дороги пути. И вот, конечно, у меня сейчас к вам просто вопрос такой. А зачем запрещать себе быть счастливым, здоровым и богатым? Зачем страдать из-за плохого самочувствия и отворачиваться от зеркала? Ведь дверь, которая ведет к счастью, она рядом. Надо просто разрешить себе сделать этот шаг. И никто за вас этот шаг не сделает. И вот у меня такой есть внутренний девиз. Когда, если не теперь? И кому, если не мне? Поэтому, конечно же, это самый вот тот самый метод работы, который дает такую возможность, что помочь. Потому что сегодня благодаря интернету мы можем получать действительно самые уникальные знания из самых дальних уголков земного шара. И вот эти тайные знания. Ведь в 96-м году, когда я изучала метод Сильвы, не было ничего, не было книг. И их просто, я не знаю, доставали, переплачивали за них. И метод Сильвы я изучала тогда сама. Я потом уже прошла два мастер-класса, тренинга именно по Сильве, очень интересные практики, и получали действительно 100% выход этих практик. И, конечно, мы, повторюсь, что мы все хотим быть молодыми и здоровыми. И каждый человек, особенно женщины, они имеют, во-первых, три центра, который питает нашу женственность. Это первый источник, это чакра Вишудха, область горла, которая несет нам красоту, чистоту, вкус, гармонию. И если здесь нарушение, то женщина начинает ругаться, сплетничать, жаловаться, не доверять. Второй источник, область сердца, наша чакра Анахата. Здесь находится источник энергии любви. И, конечно, нарушение в сердечном чакре, в сердечном центре у женщины вызывает закрытость. Она просто не хочет ни общения, и она просто уходит головой в работу и ни с кем не общается. Просто холодная женщина. И третий центр, сакральный центр, наша маточка, чакра Садхистана, источник сексуальной энергии женщины. И когда он открыт, этот центр, женщина, она просто находится в состоянии любви. Она светится жизненной силой. Мужчины тянутся к такой женщине. А нарушение приводит к закомплексованности. Она обижается. У нее проблемы с репродуктивными органами. Она мужчинам не доверяет, не получает удовольствия от общения с мужчинами. И не умеет накапливать и сохранить энергию. И, конечно, вот это все нам нужно развивать энергию. Здесь все это делают. И вот мое предложение – блок Творца. Это базовый блок Творца, который состоит из 7 мощных энергий. А в группе обучения 3-4 дня, потому что 3 дня наверняка передача, а 4-й день будет практика. Начало 14 числа. Стоимость вместо 12 – 50% 6 тысяч рублей. За быструю оплату в подарок энергии лечения животных и растений. Очень мне нравятся эти энергии, они очень мощные. И помимо того, эта энергия, она очень много денег для человека. И я об этом буду говорить на обучении.
Или вот можно, если кто-то хочет просто попробовать, две энергии из блока Творца, основные энергии Творца и Илаха, 3000 рублей. Очень интересные эти энергии, они очень мощные, очень хорошо помогают работать и решать все свои вопросы. И сейчас мы поговорим об этих энергиях. Поэтому, кто заинтересован, кто хочет действительно быть успешным, здоровым, уникальным самим по себе, переходите по ссылочкам. И вот просто, что здесь пишут девочки. Каждая из этих волшебных энергий я чувствую очень хорошо, сильно и мощно. Ни одна из них не похожа на другую. Это то голубой освежающий поток, мощный золотой, то красновато-оранжевый. Да, кстати, эти энергии очень красивые. Энергия Творца очень мощно, отлично чистит все загрязнения. И я чистила помещение, себя, тела и эмоции своих клиентов. Моей знакомой 2 дня назад разболелась колено после долгой ходьбы. Я полечила ее энергией Творца, и мне стало значительно легче. Энергия Аллаха, на первый взгляд, мягкая, обволакивающая, но тоже очень мощная. Мне хочется использовать ее, когда грустное и подавленное настроение, будто кошки на душе скребут. У моей сестры была неприятность на работе, и я предложила ей эту энергию. Она мягко сняла негатив и будто растворила его. Энергия сотворения и созидания я исцеляю травму и боли, как физические, так и душевные. Знакомая сильно ударила ногу, огромный синяк был. Полечила энергией сотворения, синяк уменьшился, отек спал. У коллеги умерла мама, я предложила ей попробовать поработать с энергией созидания. Ей стало полегче. А как мне нравится энергия сжива. Головную боль отлично снимает, суставные боли тоже. Обиды хорошо с ней прорабатывают. И на сатиум тоже одна из любимых энергий. Мягкая, нежная, будто и в то же время сильная и мощная. Когда с ней работаю, ощущение покоя и тепла постоянно. И такое чувство, что все по плечу. Мирион заметила, что как-то быстрее получаю то, что хочу. Нет ничего, кому невозможно. И вот они, эта энергия, блок Творца. Это пласт универсальных базисных энергий. Мощная, созидательная, от первоисточника. Энергия Творца, энергия Аллаха, энергия сотворения, энергия созидания, энергия животворения, жива. И на сатиум. И энергия Мирион, энергия мыслетворения. Очень мощная энергия, которая исполняет ваши желания. Очень быстро. С которой работать нужно очень аккуратно. И что я хочу сказать по этим энергиям? Потому что эти энергии, они просто сами по себе уникальны. Очень широкого спектра действия. Созидающие, сотворяющие, исцеляющие, восстанавливающие. Они основа синергетики. Очень мощно и быстро работает на всех уровнях бытия. В физическом уровне, на уровне ДНК, психическом, энергетическом. Движущую. Энергия Илаха и
действительно. Как бы дает дополнительная информация, помимо того, что тысяча восемьсот. Глазом под бровью длительная стильная точка. И в то время, когда удобно.
очень. Почувствовала такой прилив сил, в течение придумываю. Ну, вот сестра ни в каких запах. Восстанавливает. Это очень хорошо, когда люди делятся своими сеансами, идет постоянно. Диван. Сначала прошли по всему Ну вот что здесь? Захотелось его плакать.
оздоровления. Все, конечно, можно было говорить еще. Отдельный чек. Меня я буду видеть. Практически идет, она для мира.
радости больше. Просто представляете, менять, расписать. Удивительная вещь. Что? Слышали меня? Это очень приятно. Сеанс. Если вы готовы, и вы должны
представляем. Стола. Ситуация. А я прошу Творца трансформировать все негативные эмоции, все, что вы выкладываете на стол, трансформировать все в свет и любовь и вернуть хозяйке. И я открываю энергию, а вы продолжайте то, о чем я говорила. А сейчас стол убирается, мы открываем свое сердце, убираем все заборчики, которые не дают открыть вашего сердца, наполняемся энергией безусловной любви, каждую клеточку вашего организма, каждый орган внутри себя и наполняем пространство вокруг себя энергией безусловной любви. А сейчас я открыла энергию. Вы просто можете конкретно попросить, что у вас болит, и направить энергию туда. Можете направить энергию на омоложение, на убирание каких-то шрамчиков, на подтяжку кожи, на напитывание вас энергиями радости, счастья. И принимаем энергию. С вами работает очень мощная энергия синергетики. Идет очень мощное очищение. Кармических отягощений, от сущности, от порчи, сглаза. Очищается ваше пространство.
Это безопасно для вас. И включается энергия, которая начинает вас исцелять. Вы можете это увидеть в свете. Это огненно-золотые, сиреневые, желтые, солнечные, бело-голубые энергии. Каждый видит так, как видит, чувствует. И если вы не чувствуете и ничего не видите, это нормально. Вы просто принимаете энергию. Снимается стрессовое состояние, уходит беспокойство, пробуждается любовь к себе. Энергия омоложения напитывает ваше физическое тело. Работает настроенность. Подтягиваются морщинки, насыщение идет жизненной энергией, включается энергия исцеления от сахарного диабета. Каждая клеточка насыщается любовью, уходит в сущности. Включается канал вирусных от вирусных заболеваний. Восстанавливается обмен веществ, восстанавливается деятельность щитовидной железы. Открывается видение прекрасного. Радости, доброты, привлекательности. Ваше поле выравнивается и становится как магнитный маячок для противоположного пола. Ускоряются процессы метаболизма. Выравнивается и насыщается энергетика. Разглаживаются морщинки. Кожа становится более упругой. Открывается сердце и просыпаются гормоны радости. Идет перестройка организма на клеточном уровне. Программируется сознание на омоложение, привлекательность,
здоровью. Ваше поле очищается от сущности. Устанавливается защита. Я открываю энергию, призываю энергию ангела-хранителя. Которая работает на мгновенное восполнение сил. Энергия общения с Богом. Энергия защиты. Дает облегчение в любых ситуациях и разворачивает ситуации во благо человека. Наш сеанс потихоньку приходит к концу. Начинаем медленно. Я благодарю хранителей энергии, Отца Творца. Я прошу энергии работать столько, сколько нужно с каждым человеком в течение суток. Я благодарю каждого из присутствующих. Мы беремся за руки и выходим из этой двери. Медленно подтягиваемся. Наш сеанс подошел к концу. Медленно открываем глаза, прикрываем, опять открываем, подтягиваемся и даем обратную связь. Она очень важна для вас, потому что написать, что вы чувствовали, были какие-то ощущения, энергии с вами еще будут работать. И что вы ощущали? Высшие силы тоже интересуются, насколько вы их ощущаете. Они готовы к нам приходить и помогать. И на ченнелинге говорят об этом. Ну, кто так, самый смелый напишет то, что он почувствовал? Чувствовал тепло и жар. Было волшебно. Благодарю вас. Это удивительно. Да, это удивительно. Но я уже привыкла к тому, что это чудо, это удивление, волшебство всегда рядом. Благодарю вас.
Спасибо большое. А еще нас здесь много. Приходим в себя и даем обратную связь. Переходим по ссылочкам и приходим на обучение, на получение этих прекрасных энергий. Елена, благодарю Творца. Галина, благодать, открылась внутренняя радость. Высказала свои просьбы в потоке высшим силам. Хорошо, очень хорошо. Благодарю вас. Я понимаю, позднее время, конечно, да. Я не пишу здесь об индивидуальном обучении, потому что индивидуальное обучение, оно достаточно дорогое. Но кому нужно будет, значит, просто пишите Оле, и мы договоримся. Энергия чувствовала вокруг подбородка, потом немного света, глубокое дыхание, спокойствие, радость. Отлично, я вас благодарю. Ну что, девочки? Все присутствующие. Я вас всех благодарю. Энергия ощущалась слабо, в основном в области головы. Если вы ощущали, это уже. Вы поймите, энергии, они идут по-разному. Они очень нежные. Поэтому они не могут вас просто пробивать. Сильное покалывание в руках и лице. Легкость, умиротворение. Благодарю. Марина, благодарю. Галина, Мила, Елена, Нина, было очень тепло, комфортно. По лицу как будто перышком разглаживали морщинки. Ладошки стали тяжелыми. Отлично. Вы все хорошо воспринимаете эти энергии. Я вас благодарю. Я благодарю за то, что вы пришли. Я желаю вам всем радости, здоровья, добра, богатства. Будьте богатыми. И надеюсь, что комфортно раскачивалась на волнах энергии, чувствовала покалывание на коже. Благодарю.